Известный ивановский историк и краевед Александр Семененко празднует 45-летие. Сотрудники Центральной универсальной научной библиотеки решили сделать сюрприз юбиляру и в качестве подарка организовали именную выставку. На стенде представлено большинство исследований и статей краеведа, посвященных истории Ивановской области. Сам юбиляр заверил, что не намерен останавливаться на достигнутом и по возможности будет радовать читателей новыми книгами и публикациями. У нас был разговор с представителем издательства Ивановского филиала РГГУ для того, чтобы книгу Ивана Вознесенского, «Ивана Вознесенца» переформатировать, дополнить. И вот в этом году будет 95 лет нашей губернии, в июне попытаться издать новую версию и дополнить материалами не только по истории города, ну, соответственно, другое название будет, но и чтобы там появились статьи, посвященные многим забытым персонажам, которые связаны с Кохмой, с Кинишмой, Шуей, Тейково, ну и с другими, скажем, районами нашего, нашей области.